В МИД Польши уволят всех выпускников московских вузов. В Министерстве иностранных дел Польши хотят уволить старых дипломатов, преимущественно выпускников МГИМа, и набрать новых, даже ценой понижения их квалификации. Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чепутович намерен попрощаться со всеми дипломатами-выпускниками российских вузов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает РМФ-ФМ со ссылкой на собственные источники. Как сообщается, новый глава внешнеполитического ведомства проводит принципиально иную политику, чем его предшественник, Витольд Ващиковский. Как пишет издание, одной из главных причин отставки министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в польском МИД. Бывший министр выступал против увольнений в Министерстве иностранных дел и приема новых сотрудников без дипломатического опыта. Тем временем новый министр иностранных дел Польши проводит совершенно иную кадровую политику. В частности, Яцек Чепутович попрощается со старыми работниками, преимущественно выпускниками Московского государственного института международных отношений, МГИМа, и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией. Яцек Чепутович, еще будучи заместителем министра, снизил требования во время последнего конкурса на дипломатическую и консульскую службу и уволил тогдашнего директора дипломатической академии Артура Грозима. Напомним, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский был освобожден от должности 9 января, а новым министром назначен Яцек Чепутович. По материалам сайта news.com.